Демида в прошлой встрече забросил свою первую шайбу в КХЛ. Он сейчас, может быть, забьет вторую. Шайба, да, подсорвалась. Уже так сблизился с вратарем. Демидов там. Хозяева прессингуют. Вот использовали дополнительного игрока петербуржца при выходе из обороны. Демидов. Кузнец матча. Вот в этом звене действовал Борна Рендулич. Сегодня он в заявку не попал. Кузьмин. Кузнецов на паузе вытаскивает Иванова. Укладывает его на лед 1-1. Евгений Кузнецов сыграл просто блестяще. Добивать и не безошибочно они действуют в обороне. Вот он, Кузнецов. Все, вратаря вытащил. Паузу небольшую выдержал. И вот, ну, я не случайно сказал, да, что все смотрели на Кузнецова. Сейчас отличный... Мягкие руки такие, да? Вроде бы сложная шайба была. Ну, для многих, возможно, она и была бы сложной, но не для Евгения Кузнецова. Вот это может быть интересно. Бросок. Гол! Кузнецов. Отодвинули Евгения от шайбы. Но выход армейцы нашли. Заряжает. Автор пока единственный заброшенный из шайбы. Узка в сегодняшнем матче. Ну, вот они и организовали единственную шайбу. Но и они также находили... Гол! Гол! Никишин! Они находились и в тот момент, когда Сочи забивал свою вторую. И опять же они на площадке. Мощнейший бросок Александра Никишина. Ну, нельзя его, конечно, свободным оставлять. Это чревато. И сочицы в этом убедились. Ну, подожали армейцы. Не стали мириться с происходящим. Демидов. Фальковский! Ой-ой-ой, Фальковский! Но это даже круче, чем у Никишина. И дистанции больше. Демидов, Кузнецов, еще дальше. Чуть-чуть неудобно, знаете. Вот, вот нам показывают этот момент. Вот обратите внимание, да, вот, вот подсаживается, да, Кузнецов. Водренков и подбросок. Ну, два игровичка. Кузнецов, Демидов, рыбак рыбака видит издалека. Ну, смотрите, что они делали, да? Вот эта вот передача. И доходит Фальковский практически. Сделать на него передачу, по большому счету, не было. Можно было решать самому. Кузьмин. А вот тут есть варианты. Бросок. Иван Демидов в шестую отправляет ворота Сочи. Ну, посмотрите. Под планку отправляет эту шайбу. Бум! Без шансов для Егора Завраги. Выиграли армейцы. Иван, что скажешь по первым 40 минутам игры? Хороший матч. Такая хорошая игра. Обоюдо опасные на хорошие моменты. Посмотрим, что будет в среднем периоде. А там клюшку подбили. Все как и запланировал армейский игрок Демидов. И попадает. Ну, снайпер. Ну, очень талантливый парень, а. Он еще прям в уголочек вложил.